Как из квадрата сделать правильный шестиугольник? Правильный шестиугольник. Давайте подумаем. Правильный шестиугольник состоит из шести равносторонних треугольников. Как сделать из квадратного листа бумаги правильный шестиугольник? Мы с вами уже научились делать правильные треугольники. Правильный шестиугольник состоит из шести правильных треугольников. Но такими большими они у нас не получатся, поэтому мы сделаем их поменьше. Сгибаем пополам наш квадрат. И еще раз пополам. Квадрат пополам и еще раз пополам. Теперь у нас получилось 4 одинаковых маленьких квадратика. На этих квадратах мы построим наши равносторонние треугольники. Сначала построим оси. Это значит, нам надо пополам сложить еще раз. Удобнее не в несколько слоев, а каждую сделать отдельно, для того, чтобы не было большой погрешности. Ну вот мы сложили. Разворачиваем. Теперь наш квадратик имеет ось симметрии. Мы закрепляем точку, совмещаем сторону с осью симметрии, проводим отрезок равной стороне маленького уже квадрата. Прижимаем. То же самое делаем с другой стороной. Закрепляем точку пересечения и отворачиваем. Вот мы с вами построили один равносторонний треугольник. С этой стороны делаем то же самое. Для ускорения работы можно уже не проводить дополнительные линии построения, поскольку точка нам известна из пересечения стороны и оси, то мы сразу проводим. Поскольку бумага у меня была в два слоя, то у меня сразу построился и верхний, и нижний треугольник. Мне осталось только соединить вершины треугольника и получить треугольник, который находится между ними. Итак, вот мы построили. Равносторонний шестиугольник.